Спокойной ночи. Розочка, я буду поздно. Нужно будет уложить малыша спать. Справишься? Да, мамочка, хорошо. Конечно, справлюсь. Можешь на меня положиться. Ага, пока. И тут он подпрыгивает и в прыжке с разворота. Одному бах ты, другому бац. А это сзади как кинет в него стул. А он, вот давай, кинь меня подушкой. Вот здорово! И вообще! Так, мама с папой сегодня задерживаются. Мне, как старшей, поручено уложить малыша. А я что, по-твоему, делаю? Дружок, лучший укладчик малышей в мире! Ага, расскажи, чем там кино закончилось? Эту историю дружок расскажет утром, когда тебя надо будет разбудить. А сейчас ты должен спать. А дружок уже идет в свою комнату. Нет, дружок посидит здесь и получится, как надо укладывать детей спать. Уже поздно. Маленьким пора спать. Не хочется, вот ни капельки. Тогда посчитай овечек. Закрой глаза и представь, как они идут мимо тебя и прыгают через забор. А сколько овечек надо посчитать? Я только до 10 умею. Тогда досчитай до 10, а потом начинай сначала. Они одни идут или с барашком? Могут и с барашком. А как они прыгают? Шестом или без? Да обыкновенно прыгают, как все четвероногие. Вот так, вот так, вот браво, так. Роза, вот это круто! Хорошо, что у меня билет в первом ряду. О, тоже мне умник. Может, ты лучше знаешь, как укладывать малышей? Между прочим, знаю. В кино сегодня видел. О, ты б ему еще соску предложил. Взирай на мастера, молчи и учись. Смотри на маятник. Я погружаю тебя в гипнотический сон. Приходит спокойствие. Ты хочешь спать. 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 А? Эй, дружок. Браво, великий учитель. А теперь позвольте мне применить более традиционные методы. Давай-ка, малыш, я спою тебе колыбельную. Тогда и на ручках покачай. Мама всегда так делает. А я еще не сплю. Ха, по-моему, у некоторых старших маловато силенок. Смотри, как надо. Дружок, перестань! Ты же его хоронишь. Эй, ему же нравится. Вечно ты все портишь. Я порчу? Да ему спать надо, а ты только мешаешь. Я мешаю? Сама ничего не умеешь. Тоже мне старшая. Да, старшая. И малыша должна уложить я. Иди отсюда. Сама иди. Я бы его уже 10 раз уложил. Малыш, ну чего ты? Мы тебя напугали, да? Да мы же это, не всерьез. Пошумим и успокоимся. Правда, Роза? Конечно. Может, дать ему валерьянки? Давай сразу снотворного. Папе всегда помогает. Не надо снотворного. Лучше книжку мне почитайте. О, точно! Давай по очереди. Давай. За 39 земель в 30-м царстве она жила в самой высокой башне принцесса. Огромного замка. А в соседнем огромного королевстве замка жил прекрасный огромный принц. Да, я уже дома. Кажется, все спят. Хорошо, что у нас старшие самостоятельные. Мам, у нас все в порядке. Все спят, свет выключен. Устал ужасно. Я у дружка посплю, ладно? А то моя кровать занята. Спокойной ночи.